Поручение секретаря Генерального совета «Единой России», первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрея Анатольевича Турчак продолжается вручение партийных билетов Всероссийской политической партии «Единая Россия» гражданам Луганской Народной Республики. «Единая Россия» оказывает огромную помощь и поддержку жителям и Луганска, и Донецка. Все наши региональные отделения от Дальнего Востока до Калининграда проводят сбор гуманитарной помощи. Генеральный секретарь нашей партии Андрей Анатольевич Турчак каждую неделю проводит коалиционные советы с руководителями региональных отделений. И лично сам каждые две недели привозит гуманитарную помощь на территорию Луганска и Донецка. Уважаем, любим друг друга. Все мы понимаем, что здесь наши родные и близкие, что им нужно именно в этот период оказать максимальную помощь. И именно тем, которые сегодня освобождаются от тех карателей, которые на их территориях были все эти 8 лет. Я бы хотел уже официально вручить решение Всероссийской политической партии в том, что наш ректор, Рябич Виктор Дронович, уже официально назначен координатором Всероссийской политической партии на территории Луганской Народной Республики. В стенах Луганского государственного университета имени Владимира Даля сегодня, 15 марта, состоялось вручение порядка 1000 партийных билетов представителям министерств и ведомств Луганской Народной Республики. Вступлением в партию «Единая Россия» и это на нас накладывает такую ответственность, мы с вами должны трудиться лучше, больше. И делать все возможное и невозможное, чтобы победа пришла раньше. Мы к этому идем. Быть членом партии «Единая Россия» – это большая ответственность. Нужно быть примером во всем. Я вам желаю счастья, здоровья, благополучия. И чтобы мы с вами принесли наши родной республике как можно больше успехов, достижений, прославить всегда, это наша обязанность в воспитании и молодежи, и в делах. Я вам желаю счастья. Спасибо вам. Расширение числа членов Всероссийской политической партии «Единая Россия» идет в Луганской Народной Республике достаточно активно. За период с сентября 2021 года, когда состоялось открытие центра приема заявлений в партию «Единая Россия», на рассмотрении находится более 13 тысяч заявлений. Самое надежное, самое правильное, на которое может любой человек опираться и надеяться. Поэтому только из этих убеждений я вступила. Они навсегда помогают и помогут. И дай Бог им здоровья. Очень рад, что я влился в коллектив «Единой России». Это много обязывает меня работать еще лучше на славу России. То, что граждане молодых республик Донбасса видят свое будущее только в содружестве с Российской Федерацией и Всероссийской политической партией «Единая Россия», подтверждает, что мы единый народ с общими культурными ценностями и традициями.